Так, коллеги, я думаю, все искренне хорошо поработали. Замечательный был катон. Думаю, очень многие все научились. Как положено, в катоне должны быть победители. У нас на основании судейских оценок победители уже определены. И я думаю, самое время начать с вручения наших основных призов. Рина Самсунга может вручить мне за третье место. Ренат. Прежде всего, спасибо всем за участие в интересные проекты. Вот по нашим результатам третье место получает Гейм Миксер. За второе место у нас приз как раз будет звучать Денис из Samsung. Денис. Здравствуйте. Какого слова есть? Блин. То есть Bowl 2.0. Занимаешь второе место. Хочу сказать, что это первый опыт использования Unity на хакатон с Patizen, и как видим, это достаточно успешно получилось. Молодцы. Так, ну и победители, есть предложения? Есть. Ну и замечательно, не надо их оглашать, поскольку оглашать будет уже результат Кирилл из Intel. Результат. Ну, у нас на самом деле хакатон во многом новый. Там первый опыт использования GameMaker Studio, там первый опыт использования Unity 3D и первый раз на хакатоне по Tizen выигрывает команда хакеров. Ну, давайте поставим ребят с неопарс. Держите, там, поздравляю. Успехов в дальнейшем. Удачно дописать, реализовать весь функционал, который вы хотели сделать. И дождем от вас статью на хабре. Да. Всем большое. Поздравляю. Так, для всех победителей, для всех части команды победителей, пожалуйста, вот такие фирменные рюкзаки. Вау. Просто чтобы было. Катя, можешь? Ребята. Давайте плюс. Мы обратили внимание, что у нас победа это не только диплом, но и денежный приз. Соответственно, сейчас, как только мы закроем церемонию, пожалуйста, подойдите ко мне и расскажу процедуру. Нужно будет формально бумажку, как я здесь говорил, сделать, чтобы мы могли за вас налог заплатить, и приз был полностью легален согласно российскому законодательству. Собственно говоря, поздравляю. Еще раз, Ренат, Денис, хотите что-то сказать от Samsung в завершение? Спасибо. Спасибо, Кирилл. Ну что я могу сказать? Нет, на самом деле, вот понимаете, вот, мы тут ограничены в возможностях, потому что только три приза есть, надо их было вручить. Но тем не менее, лично для себя я запомнил все проекты, которые здесь были. Мне будет очень приятно, если вы их доведете, опубликуете, будете дальше участвовать в конкурсах, если вдруг у нас будут конкурсы, я надеюсь, что будут. Поэтому дерзайте, успехов. Я уверен, что конкурсы будут. Нет, своим ручным будет. По конкурсу приложений и welcome по будущему. Я думаю, все проекты, доведенные, имеют абсолютно серьезные шансы выиграть. Несколько проектов, к сожалению, не вошли, совсем чуть-чуть не вошли в тройку, имели все шансы. Но я надеюсь, вы их доведете, и они как раз победят уже в следующем конкурсе. Спасибо большое. Кофе есть, можем пообщаться еще. Я думаю, на этом мы закрываем. Спасибо.